Клим Подкова. Охота на Надю. Беги, Надя, беги. Как мы помним, 26 мая 2016 года Надежда Савченко вернулась в Киев в ореоле славы народной героини. В аэропорту она демонстративно отказалась обниматься с Юлией Тимошенко, а на следующий день заявила о своей готовности взвалить на свои хрупкие женские плечи тяжелую ношу главы украинского государства, чем немало изумила Петра Порошенко. Однако за неполный год Надежда Савченко умудрилась пройти путь от народной героини до врага государства. 25 октября 2016 года. Савченко была допрошена Службой безопасности Украины по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористических организаций. 15 декабря 2016. Савченко исключена из парламентской фракции Юлии Тимошенко «Батьковщина». 19 декабря 2016. Савченко в интервью телеканалу News One заявила, что в администрации президента Украины Порошенко вынашивают планы по ее убийству. 22 декабря 2016. Верховная Рада Украины большинством голосов исключила Савченко из делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. 10 января 2017 года. Украинский блогер-националист, пишущий под ником «Злой одессит», предложил расстрелять Савченко как государственную преступницу. Дантон, один из вождей Великой Французской революции, осужденный на смерть своими соратниками, сказал перед казнью: «Революция пожирает своих детей». Надя Савченко уже подана к столу и приправлена гарниром. Беги, Надя, беги. Киев. Надя шла по улице, низко опустив голову. Со стороны казалось, что молодая женщина задумалась о чем-то своем, а низко опущенным капюшоном она просто закрывает лицо от холодного зимнего ветра. Вот только при этом она почему-то слишком часто оглядывалась. Подходя к своему дому, Надя перешла на противоположную сторону и мельком кинула взгляд на окна своей квартиры. На подоконнике стоял горшок с кактусом, знак, что в квартире засада. Когда сотрудники СБУ ломали дверь, мать Надежды в последний момент успела выставить этот знак опасности. «Спасибо, мама!» – с благодарностью подумала Надя. Она махнула рукой проезжающему мимо такси, села и назвала адрес. С тоской смотрела Надя на пролетавшие мимо дома. Звучавшую из динамиков музыку оборвал выпуск последних новостей. Она услышала знакомый голос Парубия. «Сегодня СБУ предоставила нам неопровержимые улики, доказывающие, что, находясь в России, Надежда Савченко была завербована ФСБ. Предлагаю Надежду Савченко как иностранную шпионку, изменницу и предательницу Украины». Члены Рады единогласно поддержали инициативу председателя. С восторгом закончил выпуск диктор. Надя нажала на кнопку звонка. Дверь открыла немолодая женщина. «Света, это я, Надя. Мы с тобой в один детский садик ходили, подругами были. Помнишь? Одну конфету пополам делили. А когда Вовка мой горшок утащил, ты мне свой дала». Открытая была нараспашку дверь начала движение в обратную сторону. «Ты прости, Надя, но у меня муж, дети, соседи. Ты ко мне не приходила, я тебя не видела». Дверь закрылась, глухо щелкнул дверной замок. Надежда вышла из подъезда. На стене увидела свежий плакат со своим портретом. «Внимание! Разыскивается предатель Украины Надежда Савченко. 30 тысяч гривен за живую, 50 тысяч гривен за мертвую». Надя подняла руку, остановила такси. «Шеф, свободен?» Таксист, здоровенный детина, расплылся в улыбке. «Наденька, какая радостная встреча! Садись, я тебя абсолютно бесплатно отвезу, куда только душа пожелает». Савченко попятилась назад. «Куда, стерва? А ну иди сюда!» Надежда бросилась бежать. За спиной она услышала крики. «Это Савченко! Держи ее! Держи!» Надя остановилась, обернулась, вытащила из-за пазухи пистолет и, не целясь, несколько раз выстрелила в бежавших за ней мужиков. В поселок на побережье Азовского моря под Мариуполем. Звездное небо затянули облака, со стороны моря дул холодный ветер. Проваливаясь по колено в снег, Надежда подошла к крайней хате и постучала в окно. За стеклом показалось женское лицо. «Тетка Ганна, это я, Надя!» «Боже, Наденька!» – загремел отодвигаемый засов, открылась дверь.
Опираясь рукой о стену, Надя вошла в дом и тяжело опустилась на стул. «Хлеба!» «Сейчас!» – засуетилась хозяйка и побежала на кухню, хлопнула дверца холодильника. «Что в поселке?» «Ой, Наденька, в округе фашистов полно, все стены обклеили проклятые листовками, разыскивается русская партизанка и диверсантка Надежда Савченко. На площади виселицу поставили, говорят, для тебя». «Сволочи», – подумала Надежда, – «вот такие вот мрази и погубили нашу революцию». Она уже доедала холодную картошку, когда в хату вошел дед Петро. Остановившись на пороге, он молча смотрел на Надежду. Надя опустила руку в карман и нащупала рукоятку пистолета. Дед насмешливо хмыкнул. «Ну стрельни, стрельни! Вот Анна благодарна тебе будет!» Старый контрабандист сел напротив Нади и достал цигарку. «Что, партизанка, уже от своих прячешься? И что теперь? У меня в подполье будешь жить или отдельный схрон себе выроешь?» «Мне на тот берег надо». «Ну конечно, москали ведь виселиц на площадях не ставят!» Старик поднялся. «Ну тогда чего тянуть? Ночка сегодня безлунная, самая подходящая для всяких темных дел». Новочеркасск. СИЗО. 3. Надежда трижды ударила в ворота. Открылось окошечко. «О, Надежда Викторовна! Что это вас по местам боевой славы потянуло? Пришли к нам на экскурсию, на свою камеру поглядеть? Так ничего не выйдет, занята она. Приходите годика через полтора, не раньше». Надежда проглотила комок, стоящий в горле. «Я не глядеть. Возьмите меня обратно. Мне некуда больше идти. И я есть хочу». Клим Подкова. Дается ссылка на словодел. Охота на Надю. «Беги, Надя, беги!»